Хайогли с Мишемки, мы продолжим проходить игру под названием Bloodstained. Наподобие мини-кастельвании, окей. Давайте, короче, с вами дойдем в этом вопросу куда-то. Да, долетим. Так, можно, в принципе, попасть вниз туда куда-то, где фонтан. Опа. Easy next level. Плюс емкость. Это ж ебара. Ни хрена себе. Он просто идет прямо. Он просто идет прямо, даже не останавливается. То есть тогда мы ломали статую, теперь мы ломаем просто чашки. Архив. Так, разряжающий вихрь, крутящий в сторону противника и передвигать импульс клинка. Монетка пропала, найс. Архивы, демоны. А, здесь фиолетовые, подождите. Он. Призрак. Вот кого мы не поймали. Призрак замедляет тех, кого касается. А рыцарь мясоруб. Демон рыцаря, бывшего вращения... Так, вращающего меча. Забнок. Крепкий... Так. Подобный льву демон-воин. Гьерембунда. Черный как Так, смоль. И ненасытный волк. Очередной босс? Хотя нет. Хотя да. Мириам? Не может быть. Альфред? Зачем ты здесь? Йоханнес, не следовало ему глупо подобрать лезвие на свои дела. Теперь надо много объяснить, сколько ужасов ты уже натворил. Все это произошло. Я не собираюсь перед тобой оправдываться. Разве я это не заслужила? Ты был мне как отец. Довольное дитя. Мне нужна книга. И она сейчас у Джибеля. О чем ты это говоришь? Если ты еще не знаешь, то лучше тебе и не знать. Альфред, вы что, еще живы? Как? Чем ты думал, когда я решил прийти сюда? Нет уж. Сначала вы отвечайте. Я жив и останусь, неважно. Ты пришел сюда за книгой? Книгой? Liber Legend? Она моя. Я никому не позволю даже притронуться к ней. Но она тоже не по силам. То, что случилось 10 лет назад, хоть чем-то вас научило. У меня нет времени на споры. Надеюсь, у тебя хватило мудрости, чтобы не встать у меня на пути. Что? Ты ведь понимаешь, что и куда я сильнее тебя? Забирай Мэрими и уходите. Иначе умрете. Мне тянуло сюда чувство, что что-то не так. Но его увидел и не ожидал. Йоханнес, что такое Liber Legend? Это книга. Когда-то она была у гильдии алхимиков. Она позволяет призывать духов. С ее помощью гильдия устроила тот кошмарный 10 лет назад. А кристалл оскольщиков послужил всего рода катализатором. Такой книги не место в нашем мире. Не знаю. Похоже, Альфред пытается вернуть гильдии алхимии былую силу. Но мы не можем дать ему завладеть Liber Legend. Он сказал, что она у Джибеля. А я ведь, кажется, ее видела. Похоже на правду, учитывая нашу ситуацию. Должно быть, это заполучил ее, когда пережил жертвоприношение. Значит, придется остановить и Альфреда. Нет, сосредоточиться на Джибеле, если доберемся до него и книгу раньше Альфреда, убьем двух зайцев сразу. Разумно. Не согласна. А Доминике можно подсказать, как лучше поступить с Альфредом. Вернуться в деревню и поговорю с ней. Сколько тебе? Много диалогов. Много текста, много диалогов. Что это было? Давайте, короче, я пойду, наверное, вниз. Туда мы еще вернемся. Пойдем покупаемся. Понимаете? У меня
есть вариант это вернуться назад. Самый назад. Либо давайте уже тогда телепорт с вами подождем. Я за счет телепорта туда отправлюсь. Где кровавый ручей? Одно из двух. Там же у нас с вами секретное ущелье, да? Значит, скорее всего... Снизу у нас с вами будет просто как блок. Блин, это восколок. Надо метать эти хернюшки. Бросок костей и выбранное направление. Да, как я думал. Сильный и опасный. Своими атаками. До свидания. Хотя бы я с высоты не разбиваюсь. Это радует. Ну, хп, ладно, у нас мне немного увеличилось. О, плюс урон. Ага, развилочка, да? Дух, и там синий дух большой. Че по низу? Че мне тут по низу? Давай, ладно, прыгай ко мне. Мысли не достаю. Достаем. Ну давай еще раз. Блин, рано. Быстрее поздно. Еще раз. И мы, видите, 19 на нашел. Найс. Хорошие баги. Музыка такая, знаете, такая. Спокойная, типа, ух ты ту ту ту. Спокойная музычка. Походу двери открыли. Я не понимаю смысл этих дверей, как они вообще открываются. Сад тишины. Хера себе. Ля-ля-ля. Мануть. Чего вы такие сложные? Я не понял. А, ну за мной не видит, я просто спускаюсь. Давайте сначала в эту сторону пройду, там наверх есть куда залезть? Нету. Окей. Здесь враги стали довольно мощные. Это плохо. Это очень плохо. Собаки, рыцари, срубы, моком. Хищная трава, кусачая всякого, кто достаточно глуп, чтобы на нее наступить. Свинолет. Летающая тварь, похожа на свинью, только хищная. Барбатос. А грозный лучник, что никогда не промахивается. Это не так, он уже ошибся. Могу я цепляться за поверхность? Че это? Я не хочу залазить. Ну, пока что не сейчас. По крайней мере. У нас очень много вариантов куда идти. Какой ключ? Ратного коня.
Ни хрена. Шарпой свинина. Ух ты же, зараза. Так, рецепт дали. Ни хрена себе. А вот это вот хорошая вещь. Инвентарь. Ладно, не врубайся, пойдем отсюда. Я не врубаюсь, нахер надо. Наверное, потом, когда я научусь телепортироваться. Или что-то типа того. Ну, давай сюда. Так, не желаете ли прокатиться, миледи? А что? Можешь прокатить? О, да, еще в каких интересных местах. Есть только одна маленькая проблема. Принцесса прямо на пути. Видите? Сомневаюсь, что я смогу его сдвинуть. Жаль, что у вас нет огромной руки. С огромной рукой можно было бы такие вещи вытворять. Давай я просто тут пройду. Ясно, не пройду. Ясно, не пройду. Да, я цепляться не могу. У меня здесь получится развилка на два места. Несколько месяцев назад я забрел в замок. Я сумел выжить. Так, ройся в сундуках с сокровищами и избегай внимания монстров. Найдут ли мне. Так, найду ли я что-нибудь съедобное сегодня? Хотя бы раз открыть сундук и найти аппетитный кусок мяса. Мне главное бы не отъехать. Туда попозже пойдем. Да, по десятке дают. Что здесь у нас? Ух ты ж, я мак. Ох ты ж, ё-моё. Тупая свинья. Моргенштерн. Вау, мне дали спиральный меч. Большой меч с... Итак, с клинком, что возвращает как весло. Моргенштерн. Давайте теперь Моргенштерном походим. Войну. Не, я думал, типа меч будет сверху вниз атаковать, но оказалось не так. Ну все, оказалось довольно не так. Так, а еще что мне там дали? Снаряжение, оружие. Ну, выглядит довольно неплохо. Но довольно маленький урон. Тут и комары насосались. Крови. Теперь улетает от меня, зараза. Снаряжение стоять. Инвентарь. Так, мне бы это, отхилиться где-то. А то отлечу ненароком. Не, на самом деле, вот это мой шлем довольно сильно мне помогает. 54 дэмэджа. Плюс расход маны не такой уж и большой. Выгодная вещь. Этот босс. Кровавая луна. Ну что, типа, череда того забрала.
херня, я не могу по нему ударить. Потому что они слишком высоко, типа. Макс здоровье меня хотя бы хилит, ништяк. Это очень хорошая вещь. Давай падай. Ну сколько там? 4 использования получается выходит. Новый уровень плюс. Вот типа видите, я не достаю. Да я могу стать на растение, но он меня типа урон не наносит. Но зато я могу его атаковать при этом. При этом я могу его атаковать. Ай. Угу, хорошо, их можно делать так, чтобы не падали. Нормально. Архивы. Колесо смерти. Создавая так борьбы, вращай копьем. А чё? Ага, битва с боссом. Так, еще рецепты. Хил. О, сохранял изи. Да, да, да. Бэм-бэм-бэм. Бэм-бэм-бэм. Ну что, в первый слот сохраняться. Бич, бич. Там бич. А вниз я пойду позже, когда убью босса. Скорее всего, этот колдун, да? Right. Стой, где стоишь. О, самурай. Я меч вижу, просто самурай. Не знаю, что это такое. А тебе смердит. Смердит колдовством. Оскольщица. Так, а ты, видимо, весь такой идеальный. Да, самурайский меч. Он проклят. Это чё? Я? Я твой палач. Вау. Ай, ну кто-то на цепи летал. Что это значит? Я не буду атаковать как-то в защите. А а у кого-то нету хилов. Конец игры. Найс. Первая смерть. Ну, я говорю, проблема в чем? У меня нету простого урона. Можно попытаться меч рубящий этот. Блин, можно было просто его не трогать, просто перепрыгнуть это все дело, да и все. Инвентарь. У меня хилов нету. Плохо. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Самурай, самурай. Stop. I knew. Yeah. Так, вот что это за атака?
А, не в ту сторону прыгает. Вот, вот, за вот эту атаку, вроде, типа, он прыгает. И все. Нужно думать с этим, что делать. Типа, он меня быстро догоняет, что позволяет ему меня атаковать больше. Есть вариант, то, что у него плохая сопротивляемость на огонь. Как варик. Как вариант. Че, ладно, сейчас еще раз попробую. Но в этой серии я должен убить босса. Но он сильный. Давай сюда, наверное. Чувствую, вот это вот плохо будет. Потому что это вторая фаза. Ай-яй. Ай-яй. Не-не-не. Я понял, это вторая фаза. Сколько у тебя уже? Минус 50? Просто в чем минус? Я не вижу его хп. Чисто из-за этого, понимаете, минус? Здесь главное не спешить. Здесь без хила ни хер делать, на самом деле. Что делать? Что делать? Что делать? Давайте думать. Много атаки ему не нанесу так, если смотреть. Сугубо. Это все дело. Не хил нужен. Без хила здесь делать нечего. Ну типа, видите, он... Вот он телепортируется. Ай, все ясно. Ясно. Я как бы еще живой там прыгал, не? Нормально? Ясно. Сразу же первый босс, на котором я буду тратить кучу времени. Враги и звери обычно атака делает вас.
А чё, у меня вообще ничего нету, да? Инвентарю. Только рецепты, ясно. Это плохо, это очень плохо. Давайте еще раз попробуем. Если не получится, я пойду, мне нужно тогда будет закупиться хилами. На все деньги. Потому что оружие и все такое я могу, в принципе, создать. Он когда так призывает, он, короче, ставит блок. Это я запомнил. Да. Мне на самом деле интересно, что, в смысле ты в мою сторону повернулся? Ой, блядь. Мэджик. Тупая тварина. Иди в шопу. Да. Не, ну чисто до первой фазы я могу выжить на изи. А дальше проблематично. Хотя, блядь, я не знаю просто на какой стадии хпш не показывают. Типа вот это вот минус. Типа у всех боссов должно быть количество хп показано. Откуда я знаю, сколько я ему должен наносить? Не, чисто если придрачусь к этому, к его атакам, то могу, в принципе, и без получения урона. Главное не тупить, сука. А я туплю. Пиздец, как туплю. Типа он призывает и ставит блок, после чего он начинает стоять, потом... Так идет. Цепь. И вот. Какого черта ты меня цепляешь, придурок? Пускай мне лучше этот наполняется. Вот ведь, блядь. Мне этим начинает бесить. Чисто только этим. Ой-ё, блядь, начинается. Ёпсики его вот эти. Да. Сейчас у меня так и наполнится, эти удары один раз. Да. Мне хватит только на два удара. По себе. Какого хера он мне достал? А, ну хотя взрывом. Хотя да, взрывом. Круто, да?
и дэш. Мне бесит дэш. Здесь херово сделан дэш. Он неудобный. Он вообще неудобный. Типа да, первый босс был все-таки легкий просто. Сам по себе. А здесь сложность. Типа без хилок можно сюда не идти. Видите, тут просто дэш херово сделан. Типа, она дэшится только в ту сторону, куда ты смотришь. Не, походу, в принципе, подкаты мутить. Ну, такое, на самом деле. Во-первых, там тоже у нас забирается время. Stop, Red. Сразу. Это атаки начинает. Ну все. Если начинает меня херячистые атаки, то уже жопа. Ну что вы от меня хотите? Все, он типа во вторую же фазу переходит. Но я от этого смысла не вижу. Да. Я поставлю блок, ты если что бей, у меня 7 хп. И вот меня чисто взрывает, убивает взрыв. Чем он херовый, именно взрыв? Атака-так, непонятно куда он будет атаковать. Так он еще и взрывается при этом. Что показало, сколько там урона? 61? Прелестно. 61 урона. Я не считаю, что босс он сильный этот. По идее, благодаря ему я получу эту руку. Или крюк я получу. Или вообще ни хера не получу. Нужно думать. Нужно очень хорошо думать. Типа, он мне сильно навалил. Но я тоже, типа, из-за своей же вины получил. Либо можно, знаете... Сохранить просто все до второй фазы. Что это за типа. Конец игры, блядь, как ты меня достал, скажи, просто как ты меня достал с той атаки? Типа, понимаете, он делает рывок, я прыгаю, и он решает тоже прыгнуть. Я сейчас еще одну вещь посмотрю, это микротайминги. Микротайминги, это успею ли я прыгнуть в тот момент, когда он только решит замахнуться. Если я смогу... Значит, я смогу пройти дальше, по сути. Логично, да? Мне нужно убить его в этой серии. А времени у меня не так много остается. Stop right there. Вот, о чем я и говорю, типа... Я не понимаю, в какую мне сторону прыгать. Но его слабое... В этот момент слабая эта спина.
Ах, ты ж меня в стан кидает. Что-то об этом я не думал. Чем меня в стан кидает? Так, мне хватает на одну атаку сильно. На два пинка. Изи. Санзаку, прекрати немедленно. Ну, началось. Сколько раз мне тебе еще объяснять? Наши враги демоны и их союзники. Одни, вижу разницу. Алхимики были стрелками, оскольщики оружием. Всем их нужно обезвредить. Отомстить алхимики, ты прав. Они желали получить силы. Ада и должны за это заплатить, но Мириан не такая. Она так бьется за нас, рисуя всем. Рискуя всем, правда? Ты, похоже, забыла, сколько наших друзей погибло, дорожащими тем. Но я сильный... Так. Сильнее их всех, посмотри. Ладно, она все равно мне надоела. Делай свое дело, Зангурс. Останови Альфреда. Обязательно. Но послушай меня, скольчатся, если тебе дорога жизнь, не попадайся мне на глаза. Пол свой я держу, Доминика, но не думай, что сможешь указывать мне, что я могу, а что нет. Ой, блядь. Че, вот... Прошу прощения за моего знакомого, он имеет право так с тобой говорить. Не переживай, бывает и хуже. Я хочу, чтобы ты знала, я доверяю тебе, Мириан, и ничего слова этого не изменит. Благодарю тебе, приятно знать, что хоть кто-нибудь всегда на моей стороне. Зангетсу — охотник на демонов из далеких восточных земель во время смуты 10 лет назад. А можно и раньше, демоны забрали его у него самое дорогое, и с того пор он ненавидит все, что с ними связано. И передам воины сильнее его не найдешь. Да, я заметила, было заметно, что он держит себя. Но даже так его сила впечатляет. Может быть, уверенно притупила его клинок. Но не пора. Так, но не пора. Не пора. Нельзя так надолго оставлять Энн. Да и бомба, ребята. Ну да, я его убил. Архивы. Справочник. Мириан, Доминик, Зенгетсу, убийца демонов из Японии, никто не знает его настоящего имени, его вдруг позвали в Англию 10 лет назад для борьбы с демонами. Жестокие битвы стоял Зенцеку, глава из... так, глаза и руки, а все его товарищи погибли. С тех пор он стал союзником церкви и ищет шансы на месте искупления. Ведь многие из демонов связаны с родиной. Возраст 35 лет. Альфред, член гильдии, да-да-да. Превративший Мириан и Джерри в оскольщиков. Так... открывший врата из ада и почти разрушивший мир. Анька, когда-то считал его учителем, когда-то образом Альфред пережил кровавую месть Джибеля. И теперь ищет потерянный полет под названием Лайберлайт. Книга нужна для призыва демонов, и Альфред пытается отобрать ее у Джибеля. Возраст 57. Гремоли. Девочка Лингер Блэр. Ага, выжила при атаке Арвантавиль. Сумели справиться от демонов, но... видела, как ее семью и друзей убили, и не так. Ничего не могла помочь. Безгранично ненавидит демонов. Возраст 32. Давайте я сюда пройду, если... хотя... не, погнали, я, короче, сохранюсь. Сохранюсь... да и все, можно заканчивать. В следующей серии мы с вами пролукаем вниз. А ты умеешь пулять сквозь эти? Правильно, нет. Так, шляпка. Тряшка, тряшка, шляпка. Сохраняемся, да, да, да. В следующей серии, короче, мы с вами что делаем?
приблизить как-то. Мы должны сходить, где вот сейчас мой прицел, да, вниз сюда. Здесь пройти немножко и с этой вот стороны спуститься вниз за сундуком. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.